старая хардкорная игра, называется Блин, Экспо, времен, когда интернет был медленным, все команды водились текстом, своеобразная, но довольно забавная. Все команды известны, вводятся текстом с клавиатурой в реальном времени. Для этого, чтобы играть удобно в эту игру, надо хорошо и быстро печатать. Игре уже больше 20 лет. Если посмотрим список игроков, сейчас 84 игрока. В принципе, онлайн не меняется. Раньше, ну, максимально, наверное, не играл. Сейчас 140. Сейчас, в принципе, все, кто когда-то играл, продолжают. Там у меня кузнец, 17 примортов. В текущем рейтинге. Для каждого перевоплощения или перемолот добавляют 5% уровня максимально. И по одному параметру. То есть вот эти параметры посмотреть. Вот. Сила, подвижность, слово, тело, мудрость. Каждым перевоплощением по одному добавляется. Ну, довольно такой одетый, то есть, в принципе, шмот есть, все есть. Только качайся. Поэтому тем, кто, конечно, начнет, если вдруг играть там впервые, да, будет все гораздо сложнее. Во-первых, персонаж без ремортов начинает. И параметры, конечно, гораздо хуже, чем у меня сейчас. Также шмот. Но я сейчас, поскольку выкачиваюсь с ремонта, максимально пытаюсь развить свои умения. Поэтому мудрость, интеллект. Умение как можно быстрее раскачивать. И к вступлению в группу я уже мог имел максимально возможный для меня процент, чтобы не фейлить. Надо сказать, что в этой игре 30 уровней. А после прокачивания до 30 уровней можно посмотреть, сколько опыта. Когда остается одно очко до 31 уровня, можно использовать, набрав команду перевоплощения, перевоплотиться и получить плюс один параметр и 5% максимально пределами. Также доступны различные заклинания, вот, в данном случае эффекты у меня на вещах идет. Самое необходимое освещение, то есть 2 раза понижает наносимый физический уровень. Но увеличивает в 2 раза наносимый мне магический уровень. Мигание, как мигает. Справка все показывает, что для чего, какие бонусы дают то или иное заклинание. Доступен чат канал. Ну, дружина. Доступен здесь. Также настраивается история чата.
Также полтовня, офлайн, другие каналы. Многие просто заходят початиться, потому что уже говорю, почти 20 лет. То есть люди все старые давно играют, друг друга знают, там враждуют или наоборот дружат. Так, ну, пиздец, эксперт, поэтому. Бинты. Бинты. Немножко все равно. Так, ждем, пока кончится эффект перевязки. Все. Помолиться надо. Алиасы заготовлены, клиент нам позволяет всякие заранее подготовленные команды использовать. Есть триггер, так называемый. Вот это по входящим сообщениям выполняет деление. Есть это по сокращенному вводу, реализует более длинную команду. Дальше хоткей можно использовать. Так. Пойдем к немножко фейерверка. Собаки снимаю, потому что не дают мне освещение. То есть урон по мне магически увеличится в 2 раза. Вот эти все девки, они тут кастят довольно сильно. Тем более на моем уровне. Довольно много хп. Чревато. Так, как-то что-то завернули. Вот, и у меня, поскольку персонаж мужчина, да, вот эта кумушка свадьба, она предлагает сюда девку какую-то. Дадим ей пизду. Девку потом сам найдем. Уже не фейлится практически, то есть вот 110% улучшить, это уже прилично. Для того, чтобы вот эти зоны среднего уровня проходить. Здесь тут пока кач, то есть мне надо дойти до группы, чтобы там уже более серьезные зоны. Зоны доступны. Справка зоны. Довольно такой большой перечень зон доступных для прохождения. Их очень много. Если взять онлайн игры, где практически там 3-4 зоны, куда топ персонажам вообще нужно ходить, имеет смысл ходить, то здесь все не так. Здесь этих зон гораздо больше. Вот. У них опыта больше, у других вещи хорошие. Здесь выбор более большой, широкий. Ну, игра, конечно, довольно старая. Теряет свою актуальность очень. Монах спас и сбил меня с лошади второй рыцарь. Так. Вот рыцарь меня забашил, я в башню не могу глушить. Поэтому он похилился. Тригинг ФП себе. Вынужден меня дамажить. Поскольку он достаточно мощный уже персонаж, да, без проблем должен сделать. Я... Можно сейвов побольше, то здесь тоже опять можно одеваться в сейвы, можно одеваться в урон, подбирать персонажа, то есть настраивать под то, как хочется сам утизуемый. Также выбирать разные комплекты вещей под те или иные зоны. Так, ну вот мы с ним практически наравне.
Перевяжемся. Блокируем так, чтобы сумки лежат. Ну, практически из трупов вот можно поднимать куни, это местные деньги. И также падают вещи. Так. Ну, здесь ничего для меня страшно. Просто неожиданно из-за двери напал послушник. Так, здесь освещение наносится, потому что можно с гнева уйти, там, бросить какой-то. Так, здесь отца изогнутый ключ, который нам даст проход. Вверх, за которой спрятаться, короче. Сначала вот этих всех ребят правильно отдыхать. Заодно прокачаем мину, получим опыт. Ну, только еще пару. Ну, мне, конечно, не нужны, потому что более лучшего качества вещи нет. Вот такие олдскульные игры. Для кого-то, может быть, даже ностальгия была. Все-таки, наверное, капюшон там. Ну и потихоньку будем подбираться. Это называется, может, где я, да? Три дороги в восток. Вот это. Локация называется. Сначала немножко чпокну. И затем это приложу. Префейлинг Муша очень может себя наказать. Прям сразу. Особенно ой, вот сейчас начнется вот это побег. Своим взглядом. Накрылся копом. То есть мы теперь к нему уровень будет проходить. И по-хорошему мне, наверное, тут уже стоит свалить. Ну, хотя, если хардглуш сейчас пройдет, то... Может быть, что-то даже... Блин, валить так-то надо быть. Ну, ладно, если что, прибежит отомстим. Ну, победили хардглуш. То есть, оглушил без выхода из лага. Если бы он вышел, он бы опять не один гнев. И... Тут у меня, скорее всего, пришел бы конец. Справ, гнев, гнев. Вот огромное. Чеки нам увеличиваются. О, побег лучка, побег лучка. Ну, такие вот дела. Так, немножко сниму. Сундучок откроем. О, сундук. Ничего нет. Так. Так, и вот здесь еще друзья. Экспарты, которых и должны мне покачать. Сейчас набьем с них опыта. У нас максимально 16 237. Ну хорошо, вот максимум. Чекпака, да, где он? Ну, обаяние. И здесь никому не ходит. Вертер, на который можно насаживать других. Сейчас я вам скажу, что он схитает там, секунду. Так, крышку запустим. Зимний, пойдем урмом.
лагерь. О, здесь только электрический лагерь. Сейчас мы вернемся туда. Там тоже неплохо опыта. Вот. Так, проверка. Сейчас мы накажем. Ну, а здесь еще охранники бегают. Ой, что тут раньше творилось? Лет так 10-15 назад. Все, группа заходила, умирала. На этих стабах. Здесь тут охранники вот тут сад бегают. Стабы прямо на спит раньше. Сейчас, конечно, уже не всегда попадают. Вот так вот, видите, воткнул сразу в спину, на пол ХП. Второй прибежал, свалил подсечку. Ну, сейчас за это поплатится. Вот сверкающий кинжал. Раньше, блин, царская штука. Убить можно было. Сейчас просто уже сидеть. Так, короче, пьяный спят. Будем пищем. Вот, кстати, так, что здесь недалеко как раз есть локация по мотивам кровавого ворона Диабло. Можно посмотреть. Игра уже достаточно давнишняя, за время существования выходили большое количество игр. Соответственно, каждый были фанаты, которые играли в мат. И мат — это Multi-User Dimension, многопользовательские моды. Были каждый фанат и переносил понравившуюся игру. Да, вот там еще что-то. Так, что-то там еще. Здесь в этот мир. Надо удачно получилось. Я не очень. Вот так. Это красиво. Посмотрел, можно, если персонаж гол NPC, то можно даже лучше. Я минус 20 защиты стало максимально минус. Так, что ж, здесь много чем хороши, они высокого уровня, то есть нехорошо качать умения. Ну и вообще довольно прилично вот из них, по крайней мере, первый заход. Так, а что же грабли? О, кстати, бубенчик. Бубенчик называем. Узнать зачарование. Ну, вот как бы такая игра, вкратце. Захочется посмотреть. Так, не знаю, адрес тут есть, не есть. Можно зайти на сайт web.m.ru. Вот этот сайт, и там можно будет Internet Explorer или то, что найти все необходимые информацию. Потом как подключиться к этой игре, попробовать себя поиграть, почитать что-то. Такое вот было сегодня упоминание о старых играх.